В рамках празднования 90-летия Московской области и в преддверии майских праздников в Орехово-Зуеве прошел концерт симфонического оркестра и оперного класса музыкального колледжа имени Скрябина. Дирижер – лауреат международных конкурсов Евгений Волчков. Хормейстер – лауреат международных конкурсов Юлия Беседина. В Доме культуры на площади Пушкина был организован фестиваль-конкурс патриотической песни, в котором приняли участие более 50 исполнителей из разных уголков Подмосковья. Конкурсантам предстояло исполнить произведения в соответствии с заданной тематикой – о любви, песни военных лет и о войне, песни о службе в вооруженных силах и об исполнении воинского долга в Афганистане и других горячих точках. Все участники были награждены грамотами, лучшие отмечены дипломами и статуэтками лауреатов первой, второй и третьей степени. Гран-при фестиваля завоевала Наталья Шемалинкина из Воскресенска. Культурно-досуговый центр «Зимний театр» присоединился к поздравлениям с Днем Победы в адрес участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны и всех жителей города пригласил на традиционный праздничный концерт «Песни войны, песни победы». В концерте приняли участие народный коллектив «Вдохновение» под руководством Михаила Новичкова, солисты вокального объединения «Белла Воче», руководитель Игорь Коротков, актеры Народного театра юного зрителя, вокальная студия «Дом Мино». Нас ждет огонь смерти.